Привет всем! С вами, как всегда, Снежана Шестакова и мой мини-питомничек Green Manor. Я очень благодарна своим подписчикам за то, что они активны, за то, что они лайкают мои видео, пишут комментарии и задают вопросы. И сегодня я отвечу на один вопрос, который мне задала подписчица. Насчет того, что у меня на участке трава, листва, ну, она вырванная, но она разбросанная, да. И вот с деревьев падают листья, и я их не убираю. Многие пишут, что будут развиваться разные бактерии, там, грибы, в общем, негативная флора и так далее. Значит, я делаю компостные ямы на грядках. Я не убираю ни листву, ничего. Значит, когда я вырываю траву, да, или опадает вся листва, я слаживаю между рядами и опрыскиваю фитоспорином. Все опрыскиваю фитоспорином. Под деревьями, ну, везде. Во-первых, я еще сажу сидираты, вот у меня можно видеть, я их еще не вырвала некоторые. То есть я фацелию сажу, чтобы земля была рыхлая. Вот, значит, я обрабатываю все фитоспорином. И вот так оно у меня лежит до конца февраля. В феврале я посыпаю все бакаши, и еще месяца полтора-два, вот до апреля, все это у меня лежит. Потом я это все сгребаю, то, что осталось, не перегнило, да, и слаживаю в бочки. В бочку я уже добавляю, ну, грамм 100 селитры или мочевины, чтобы процесс переработки пошел быстрее. Таким образом, земля у меня напитывается полезной микрофлорой, а вот это все, вот эти все остатки, которые не перегнили, в бочке доходит до нужного состояния. С бочки я потом подкармливаю деревья, также само свои грядки и так далее. Я так делаю уже лет 5. И что хочу сказать. Земля получается очень хорошая, плодородная и насыщенная. Вот, летят листики мои. Я уже один раз обрабатывала все фитоспорином. Где-то через недельку еще обработаю. Да, значит, обрабатываю я фитоспорином каждую, допустим, неделю, до тех пор, пока не опадут все листья с деревьев. Ну, а у меня на сегодня все. Кому было полезно это видео, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю еще раз всех своих подписчиков. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Ну и до новых встреч!